Друзья, всем привет! Вы на канале Kiwi Show. И сегодня мы будем выращивать гидрогель. Я знаю, вы же слышали от меня эту фразу, но это не обыкновенный гидрогель, а огромный. Он должен вырасти в целое яблоко, каждое из них. Смотрите, как выглядит этот гидрогель, и который мы выращивали ранее. Разница просто потрясающая. Эти шарики мелкие и твердые, а эти огромные и довольно-таки мягенькие. Кстати, каждый шарик имеет свой цвет, есть повторяющиеся, и плотность, есть почти прозрачные, а есть такие темные и насыщенные. А кстати, один из них оказался с носом. Мне пришлось даже приделать ему глаза, чтобы вы сразу поняли, что это такой прикольный носик. Эй, давай уже нас выращивай поскорее, мы готовы нырнуть в воду. Друзья, вы только что видели, как рос гидрогель первые 12 часов, но таким огромным он вырос за целых 4 дня. И кстати, вот наш носатый дружок. Я специально повесила ему глазки снова, чтобы вы его узнали. Помните, какой он был в начале? Ух ты, вот это разница! Стандартный гидрогель можно сравнить разве что с носом нашего друга. И кстати, носатик далеко не самый большой гидрогель, который у меня вырос. Смотрите, это желтый гигант! А вот и пример малыша, который вырос. Ну, конечно, в любом случае он больше обычного гидрогеля, но даже по сравнению с носатиком он явно меньше. Все цвета очень красивые. Мне, например, понравился фиолетовый или розовый. А вообще очень классно смотрится синий. Они все разной плотности, есть которые потвердее или помягче. Из интересного еще есть космический гидрогель, по крайней мере мне он напоминает какую-то маленькую планетку с кратерами. Обалденно! А есть гидрогелины, которые чуть ли не взорвались от количества воды в себе, или еще от чего-то. В любом случае видно в разрывах, что это настоящий гель. Давайте разрежем один и посмотрим, что внутри. Кажется, резать никого не придется. Слегка надавив на него, он лопнул, так что можем заглянуть вовнутрь. Ух ты, какая же красотища внутри! В принципе, конечно, структура очень напоминает обычный гидрогель, такая же плотненькая и прозрачная, как желейка. Также большой гидрогель хорошо прыгает. Гигантский гидрогель оказался действительно очень веселым и прикольным. Конечно, выращивать его дольше, но, ребят, это того стоит. И это был гигантский гидрогель. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Всем пока.